Храм в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича появился в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода. Чин освящения новой церкви совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. О храме и о том, как связана жизнь святого правителя Руси с обителью, в сюжете наших нижегородских коллег. В Благовещенском мужском монастыре состоялось освящение храма в честь основателя Нижнего Новгорода святого благоверного князя Георгия Всеволодовича. Его имя тесно связано с историей этой мужской обители. По преданию, она была основана в том же году, что и Нижний Новгород. Когда вот он проплывал по Оке, он здесь остановился, да, вот напротив нашего. Увидел, как красиво тут, да, ему тут это понравилось. И вот здесь вот появился вот обитель, монастырь Благовещенский. Князья были люди очень верующими, они несли добро в мир. И на Руси немного городов с населением миллионы больше, которые основали святые. И если мы хотим, чтобы наша жизнь сохранялась и приумножалась. Наши дети, внуки, правнуки жили на этой благословенной земле, радовались и утешались. Нам никак не обойтись без наших корней, без Духа Святой Руси. А наши корни – это наши святые. Те, которые в веках своей молитвой, подвигом призвали благословение Божие на сей град. Ну, такая благодать Божья. Мы с такой радостью, прям со слезами на глазах, что у нас появился еще новый храм. Единственный, наверное, в честь Георгия. И мы очень рады. Как Пашкин, у нас даже дух захватывает. Какое убранство. Вот такая благодать. Несмотря на важность фигуры князя Георгия Всеволодовича для нашего города, до этого в Нижнем Новгороде не было ни одной церкви, освященной в его честь. Появление нового храма восстановило историческую справедливость и стало еще одним этапом возрождения духовной жизни Благовещенского монастыря. Спаси нас, спаси нас, спаси.